Всем привет! Вы на канале Коля Оля Шаповаловы. Итак, мы хотим объявить абсолютно новый конкурс. Наш кулинарный конкурс закончился. Многие девчонки участвовали, за это я вам очень-очень благодарна. Каждый получил свои призы. И сейчас открывается новый конкурс. Конкурс называться будет «Лайфхаки своими руками, мои интересы или же мое хобби». То есть вы можете присылать свои работы, отснятые работы. Сначала, с чего нужно начать? С того, что первое будет знакомство. То есть вы должны обязательно познакомиться. Если вы не хотите себя показывать в кадре, вы можете это сделать, в принципе, показывая свою какую-то работу, но обязательно сказать, как вас зовут, откуда вы, и если вы являетесь блогером, сказать, что я блогер, и у меня канал такой-то, такой-то, и снимаю сегодняшнее видео на конкурс на канал Коля Оля Шаповаловы. Затем вы показываете свои работы, показываете, как вы это делаете, если же нет возможности отснять сам процесс, покажите буквально маленький кусочек, как, расскажите людям, чтобы люди поняли, как вы это делали. Это обязательно. Ну, а в конце можете показать еще те работы, которые у вас уже, допустим, есть. Вот и, в принципе, все. Попрощаться. Официально конкурс проводится с 14 февраля по 14 марта. У нас уже есть несколько видео, и мы их сейчас обязательно смонтируем и выложим. Ждем ваши видео не позже 15 марта. Девчонки и мальчишки, еще одна просьба. Если вы являетесь блогером, обязательно в начале видео уточните, что вы блогер, назовите свой канал. И еще одно условие. Это видео должно быть уникальным. То есть это видео не должно быть у вас на канале. То есть могут быть похожие видео, в другое время отснятые. Но вот такое видео, вот это должно быть уникальным. Так как YouTube или у вас, или у меня заблокирует это видео. Если вы, девчонки, хотите поучаствовать в конкурсе, обычные наши зрители, хотите поучаствовать в конкурсе, но вы не умеете монтировать видео, снимайте видео кусочками, кусочков 5-6, прошу не больше, потому что мне будет тяжело смонтировать, и можете кусочками нам высылать на WhatsApp или же на почту. Почта и WhatsApp есть под каждым видео в описании. А, ну конечно же, про призы. Значит, у обычных зрителей это будет 3 призовых места. Значит, первое призовое место это будет 1000 гривен, второе 500 гривен и третье 200 гривен. Ну, на конфеты, можно так сказать. А у блогера всего лишь будет одно призовое место на 1000 гривен. В принципе, условия такие же, как и в нашем предыдущем конкурсе кулинарном. И еще одно. Хочу, девчонки, сказать. Если свои видеоролики будете снимать на телефон, значит, снимаем не вот в таком положении телефон держим, как в Instagram, а именно вот так. Если вот так держать телефон и вести съемку, в YouTube получится узенькое, маленькое видео. Если так, широкоформатное. Поэтому прошу, снимайте именно вот в таком положении телефон. Ну все, ребята, всем желаю удачи и победы. По крайней мере, если не победы, то хорошего, веселого участия. Дело в том, что для многих это будет как раскрытие себя, для некоторых это будет реклама, а некоторые просто покажут свою прелесть, которую умеют делать руками на весь мир. Желаю всем-всем-всем победы. Победы не только в конкурсе, но и победы над собой, над своими страхами. И желаю побольше заиметь друзей именно на нашем канале. Все, всем пока!